тобой сейчас будем весело, задорно заниматься всякими с Китаем связанными штуками. Значит, так, экран мой видно? Видно экран? Пока темный. Вот сейчас, да. Видно, да? Все помню. Понял. Ну ладно, значит, смотри. Ну, давай начнем с тобой с общих характеристик. Как человек, который большой знаток китайского языка, как минимум. Давай вспомним, какие страны у нас являются странами, в которых китайский язык является государственным или официальным. Вот у нас карта Азии. Какие страны у нас такие вот китаеговорящие? Куда ты можешь приехать и на одном из вариантов китайского языка чудно пообщаться? Блин, это, конечно... Ну, ты как бы тут с тобой вдвоем, ты не переживай, ты говори, как бы сказать, ну, как бы на как есть. То есть, если не помнишь, ну, навскидку давай. Самый очевидный вариант. Ну, блин. Ну? Я туплю, ну, Китай, нет. Китай, молодец, правильно. Помимо того, помимо КНР, у нас есть еще альтернативный Китай, который Тайвань. Вот. В чем разница между тайваньским и континентальным, да, китайским, знаешь, немножко? Ну, короче, в двух словах. Да, давай. Ну, как бы, да, что, господи, иероглифы там традиционные. Правильно, да, молодец. И, если не ошибаюсь, там же кантонский диалект или... Нет, кантонский — это Гонконг-Макао. Кантонский где-то уже в самом Китае. Вот, нет, Гонконг-Макао и Южный Китай. Ну, ладно, доберемся. Значит, смотри. Да. Ты, поскольку у меня человек китайский знающий, запомни, что если норма, которая называется у нас путунхуа на континенте, она же называется гоюй на Тайване. Можешь себе попутно по ходу моего повествования то, что не очень знаешь, фиксировать. Гоюй, собственно, го как государство, юй как язык, ну, то есть государственный язык. Все достаточно тривиально. Вот этот гоюй, он там используется. Имей в виду, что от путунхуа он фактически не отличается. Там есть некоторые, ну, в смысле имеется в виду, в речевом смысле. Там есть некоторые отличия в словоупотреблении немножко. Ну, допустим, в континентальном Китае ни ганщама будет, ну, будет просто нейтрально достаточно звучать, типа, что делаешь. А на Тайване, как мне объясняли, ни ганшема — это такое достаточно резкое выражение. Ты что творишь? В таком смысле. Но общая суть языка практически одна и та же. А, ну, еще есть некоторые отличия в словоупотреблении. Допустим, если у тебя идет обычный наш любезный путунхуа, то у тебя айжен будет скорее супруг. Вот. Супруга. А на Тайване это скорее любовница. Ну, то есть на Тайване айжен — это обычно про любовницу говорят. Вот. Ну, то есть есть некоторые отличия, там, словоупотребительные и так далее. Но в целом это одна и та же норма примерно, с некоторыми отличиями. Может быть, даже не столько политическими, из-за того, что остров отдельный, а сколько там просто региональными. Ну, про тайваньский язык мы еще там немножко поговорим, про тайваньский вариант китайского. Ну, в общем, сейчас доберемся. Значит, что касается нашего чудесного Китая, то у нас есть действительно Китайская Народная Республика, потом так называемая Китайская Республика, он же Тайвань, и еще у нас есть, конечно же, Сингапур. Запомни себе, что Сингапур, Синзяпхо, он является вполне себе страной, где китайский язык является одним из основных. Сингапур, если мы его загуглим. И имейте в виду, что, в общем-то, властвующим там в первую очередь является клан Ли Куан Ю, потом его сын сейчас у власти. Вот, то есть, в общем-то, китайцы, вот Ли Сянь Лун, сын автора, что называется, сингапурского экономического чуда. Вот. И этот самый Ли Сянь Лун, как несложно догадаться, вполне себе китаец.
Помимо китайцев, конечно же, там представлены и другие этнические группы. Официальных языков там, как видишь, много. Английский, китайский, причем китайский там именно в нормальном варианте путунхуа. И пользуются сингапурцы зачастую иероглифами упрощенными. Вот. Но помимо этого английский, малайский и тамильский. Тамилы, выходцы из Южной Индии, ну и Шри-Ланки, они там есть. Их там достаточно много, они там достаточно плотно живут. Вот. Сингапур государство небольшое, но опять же с сильным влиянием китайцев. Вот, по сути дела, три государства. Ну, Тайвань мы официально, конечно, Российская Федерация не признает как суверенное государство, но фактически Тайвань существует как, ну, в общем, практически суверенное государство, которое Китаю не подчиняется. Помимо этого, у нас есть два специальных административных района, которые, как ты знаешь, Гонконг и Макао. Это бывшие колонии, соответственно, Гонконг английская, а Макао португальская, которые в 90-е годы были, ну мы еще потом будем более подробно это разбирать, присоединились к КНР и сейчас существуют в рамках КНР. Вот у нас Гонконг, вот Макао, они рядышком. Они как раз, ты правильно заметила, что там идет вещание в основном кантонском диалекте. Нас с тобой учат в университете, хоть в нархозе, хоть в НГУ, что китайский язык один, но если честно, то кантонский диалект, он тянет вполне на самостоятельный язык. Разница между ним и тем самым путунхуа, она, ну, ничуть не меньше явно, чем между русским и украинским, например. То есть это весьма и весьма специфический такой своеобразный вариант языка, если угодно. То есть, конечно, и кантонский, и путунхуа происходят из одного корня. Но, блин, в них слог есть какой-нибудь слог бак, ты никогда не выдашь на путунхуа, естественно. Вот. Ну и помимо произношения, иногда это объясняют так, что, дескать, там совсем другая форма произношения, и вот, собственно, ты просто ничего не понимаешь на слух, но читать можешь. Как бы не так. На самом деле там есть еще и целый ряд иероглифов, которые не особо-то используются, честно говоря, в нормальном нашем путунхуа, но используются в вот этом вот местном южном варианте. Там есть, допустим, свои аналоги вот этой частицы ма, которые мы ставим в конце и так далее. То есть вот такой вот он интересный. Фактически тянет на отдельный язык. Он является, ну, дело в том, что в Гонконге там достаточно, Там же 6 тонн, да, по-моему? там, да, по-моему, 6. Ну, до хрена, короче. Там он еще сам внутри себя делится на несколько локальных вариантов. Но наиболее развит он в Гонконге. Потому что дело в том, что в Гонконге, вот, в основном законе Гонконга написано, что официальными языками являются китайский и английский. Но там не написано, какой китайский. Поэтому, в принципе, в Гонконге прежде всего народ пишет, во-первых, с полными иероглифами, ну, которые традиционные. А с другой стороны, что не менее важно, гонконгцы еще и очень часто говорят на своем кантонском диалекте. И, например, этот самый, если мы возьмем вузы, сектор образования, то мы обнаружим с удивлением, что там всего один крупный вуз, это Chinese University of Hong Kong, дает образование именно на путунхуа. В остальном либо английский, либо кантонский. Этот вот. Так что, ну, в принципе, с другой стороны, впадать в ужас не надо, потому что, ну, как-то они путунхуа все равно знают в основном. А, ну, и English, он всегда наш друг, что называется. Вот. Поэтому путунхуа за счет того, что все-таки главным государством среди всех вышеперечисленных является китайский, Китай, точнее, то и китайский, принятый стандартной нормой КНР, он является самым, что ни на есть, важным, центральным и так далее. Помимо, если чтобы нам закруглить разговор о языке,
скажу два слова тебе про дунганский язык. Дело в том, что в истории есть один удачный пример того, как китайский язык был портирован на кириллицу. Дело в том, что в Китайской Народной Республике у нас есть такая группа населения, как хуэй. Может, ты с ними как-то сталкивался. Ну, если очень условно говорить, то это типа считается мусульмане. Почему типа? Потому что они, ну, в общем, да, они действительно близки к ханьцам, и они действительно мусульмане. Но если провести у них там ДНК-анализ, окажется, что это такая группа, которая образовалась на шелковом пути, потому что, естественно, основной субстрат там был вполне себе китайский, но там были всякие персы, тюрки, арабы и так далее. Мечети у хуэй, они очень часто, их на самом деле, ежели не знать, ты их от традиционного китайского какого-нибудь, от буддийской ступы, от какой-нибудь не отличишь. Они вот такие вот, очень похожие на китайскую архитектуру. Но дело в том, что они там сильно в 19 веке переругались с центральной властью, и часть из них ушла в Среднюю Азию, нынешняя Киргизия, Казахстан и Узбекистан. И там они начали продолжали пользоваться своим языком, но под влиянием местным, а потом и русским, они перешли на кириллицу. Поэтому есть дунганский язык, он очень занятный. Как ты видишь, здесь есть слова, заимствованные из русского, ну, например, совет в значении советская власть. Инсюн – герой, да, Лянбан – это федерация, но дэ, ди – это дэ, наша притяжительная. Но в то же время, допустим, вместо Боугуань ты тут видишь слово музей. То есть они заимствовали многие такие более современные слова из русского, прежде всего, ну, в какой-то степени там из тюркских, из арабского языка. А в основном, основной пласт именно такой бытовой лексики, там, девочка, мальчик, дом, герой, это все из традиционно китайского. Но, в принципе, ежели очень хотеть, то, ну вот тебе примеры. В принципе, это вполне согласуется с путунхуа, и если очень заморочиться, допустим, ни бие сяо, ни дзай бие сяо, да, ну, «щё», я не знаю, «щё», оно, наверное, скорее не «щё», а типа «щё», что-нибудь так звучит. Ну и так далее. То есть, в принципе, их язык, он очень даже сейчас «хули-тин», да, «хулю-тин-тин», то вполне себе соотносится с нынешней нормой. Да. Почему используется здесь у нас кириллица, ну, потому что они оказались отдельно от вот этой вот иероглифической среды. Почему язык дошел до сих пор, а в Китае такое никак не сделаешь? Ну, потому что все-таки дунганский язык, он в основном служит бытовым нуждам. И на нем народ говорит там, не знаю, о погоде и о каких-нибудь пирожках. А инструкцию на ядерный реактор, ну, на нем уже вряд ли ты напишешь. Все-таки, хотя там есть, если интересно, можешь поискать в документах ВКонтакте, там есть русско-дунганский словарь, и он довольно забавный. Человеку, знающему китайский, иногда интересно полистать. Вот. Так что, в принципе, есть ограниченно успешный опыт перехода, ну, скажем так, очень близкого к китайскому языка на кириллицу. Но в целом, сама понимаешь, что, по сути дела, дунганский язык несколько изменился. В том смысле, что в китайском языке, как ты понимаешь, любая транскрипция, она идет все равно с логами. Допустим, мотхэ че, какой-нибудь мотоцикл, или фашизм фасисы джуи. Ну, фасисы, да? Джуи – это изм. Вот, фасисы. А дунгане, они уже брали слова полностью, не смотря и не взирая на китайскую слоговую систему. Ну, то есть совет, ты таких слогов в китайском нету, сама понимаешь. Там су вэй ай, всякие были попытки у китайцев, ну, то есть там су лиэн, там су вот это. Но в целом дунганский язык, конечно, сильно изменился. Дунгане, в принципе, живут, их там несколько десятков тысяч,
вот, в значительной степени своим языком пользуются, особенно учитывая, что сейчас роль Китая в Средней Азии растет. Вот, но в целом все равно это знать про них надо. В основном живут они в Киргизии и в Казахстане. Ну вот, ты про них и знаешь теперь. Больше мне сказать нечего. Итак, значит, это мы с тобой поговорили про то, где у нас язык распространяется. Значит, в Китае, как ты, наверное, знаешь, Китай страна очень многонациональная. В ней, помнишь, сколько официально народностей? Не помнишь. Запиши себе, 56. Это прям... Нет, пропал сейчас. Че? Пропал. А раз, раз. 56, знаете? 56 национальных. Что сейчас нормально? 56 национальных. Ну, это я знаю. Но это просто, имею в виду, что это прям... у китайцев любят это на плакатах писать. Типа, дружба 56 национальностей Китайской Народной Республики. В общем, 56 – это, на самом деле, довольно примерная цифра, потому что некоторые национальности, они, скажем так, могут быть, с одной стороны, объединены в одну, а в другую, а другие могут быть, напротив, разделены. У самых крупных национальностей есть целый свой автономный район. Автономных районов Китайской Народной Республики, что характерно, 5. Сейчас мы с тобой по ним пройдемся. Значит, административно-территориальное деление. Сейчас найдем. Так, государственное устройство. Административное деление. Вот. Значит, смотри, желтым здесь у нас помечены автономные районы. Самый большой по территории это Синьцзян. Он же Синьцзян-Уйгурский автономный район. Несложно догадаться, что его основным населением являются уйгуры. Уйгуров там, ну так, наверное, процентов 45 от общего числа населения. Еще где-то процентов 5 это казахи и некоторые другие более мелкие народы. А монголы там тоже есть. А еще где-то процентов 50 это ханьцы. Я очень примерно даю тебе расклад. Ну так, в целом сориентироваться хватит. Кстати, имею в виду, что в Синьцзяне есть и русские. Причем русские не в смысле, которые туда на барахолку приехали, а русские, которые являются гражданами КНР. То есть в Китае есть русские, как одна из национальных меньшин Китая. Это вполне себе такая вот интересная фишка. Там даже в этом, во всекитайском собрании народных представителей есть какой-то там один русский товарищ. Вот. Ну, то есть, в принципе, русские, понятно, что туда попадали еще там со времен 17 века, со времен контактов еще там с царской Россией, потом с Российской империей. Ну, а потом, естественно, одна из волн белой эмиграции была именно в Китае. Значит, в Синьцзяне есть еще монголы, в общем, ну, в основном там все-таки тюркские народы, уйгуры. Ниже находится Тибет. Тибет это у нас... район единственный, пожалуй, в Китае, где ханьцев не большинство. В основном там живут как раз всякие народы Тибета. Насколько тибетцы это прям один народ, это большой вопрос, потому что их там народностей действительно дофигища. Но в целом они в основном достаточно близки. Вот. Кстати говоря, вот эта часть, которая синим покрашена, контролируется Индией. Тут у индейцев штат Аруначал-Прадеш. Вот, китайцы считают, что это часть их Тибета. Время от времени они тут устраивают пострелушки. Вот, значит, вот, ну, это еще с британских времен тянется. Со времен Британской Индии. Значит, вот, Синьцзян, Тибет. Дальше у нас север Китая. Это автономный район внутренней Монголии. Монголов в нем не так много. Ну, как немного? Процентов, наверное, 20. То есть их довольно заметное количество, но все-таки не большинство. Монголы живут там, они пишут, кстати, у них, если современные монголы в Монголии пишут на шрифте кириллическом, то монголы, которые живут в Китае, они пишут на старом монгольском письме. Вот. Но в целом они вроде как друг друга понимают. Когда я говорил с казахом одним, который казах наш из Казахстана, он говорил, что казахи китайские, в принципе, язык у них похож, но он у них, во-первых, более архаичный. И типа, говорит, наши бабушки так говорили. А еще он говорит, что они, ну, то есть, слова, которые новые, какие-нибудь, там, не знаю, компьютер,
Китайский казах скажет «дианао», а наш скажет «компьютер». Ну, с монголом минус такая же история. Здесь притулился маленький ниньсяхуэйский автономный район, где живут, собственно, вот эти вот хуэйцзу, ну, те, которые остались, те, которые никуда не мигрировали, которые вот здесь вот живут. Они, в свою очередь, здесь вполне обретаются, да. Они живут не только в Ниньсе, они на самом деле живут здесь по окрестностям. Они есть и в районе Сиане, они есть и в районе вот тут вот, в Ланчжоу, вот их, в общем, достаточно много по вот этом районе. Но автономный район у них достаточно небольшой. И, наконец, последний, пятый автономный район, это Гуанси-Джуанский на юге. Ну вот есть провинция Гуандун, которая у нас была, собственно говоря, и есть центром китайской торговли, потому что тут Гуанчжоу находится. А еще есть, раньше была провинция Гуанси, но поскольку в ней большое количество малых народов, в том числе южных народов типа джуанов, их взяли, да и дали им права автономного района. Вот он тут есть. Он, если я не ошибаюсь, самый густонаселенный, а джуаны, сейчас проверю, но вроде самое многочисленное этническое меньшинство Китая. Вот они, джуаны. Да, их 16 миллионов. По-моему, больше всего других, среди других 56 официальных народов Китая. Вот. Они, собственно говоря, чем-то близки к тайцам. Вот. Так что можешь себе представить, если не была там, в том районе, то, ну, в общем, они похожи на тайцев. По языку в том числе. Значит, идем дальше. У больше автономных районов в КНР нету. Но это не значит, что нету национальности. Дело в том, что в Китае еще есть автономные уезды и автономные волости. Автономный уезд, ну, уезды — это часть провинции или автономного района, а волость — это часть уезда. Если в каком-то районе живет много представителей малых меньшинств, их поддерживают и дают им автономию. Значит, смотри, ну, мы всех, понятно, разбирать не будем, но самые, так сказать, наши ханьские ребята — это ханьцы и хуэйцзу, собственно говоря, ну, еще близки к китайцам так называемый народ бай, который, хотя и сильно смешивался с местным населением, но в целом, скорее, они все-таки китайцы. Есть тибето-бирманские народы, вот, их тут дофига, вот, есть тайские народы, вот джуаны самые многочисленные, про которых я говорил. Есть так называемые кадайские народы, но это ближе к вьетнамцам. Вот. Есть народы ли, так называемые ли, это опять же близкие в чем-то к тайцам, которые живут на Хайнане. Есть народы мяо-яо, это у нас провинция Юннань в значительной степени. Юннань хотя и провинция, но это на самом деле очень многонациональный регион. Есть монгхмеры, вот, ну, это тоже родственные народам в Юго-Восточной Азии. Есть целый ряд монгольских народов, это то, о чем я тебе говорил. Фишка в том, что считать ли монгольские народы отдельными, или их надо считать одним народом, тут дело темное. Но китайцы делят монгольские народы вот на 5 групп, хотя между ними есть определенная разница. Вот. Но с другой стороны, если очень захотеть каких-нибудь дауров с монголами, можно более-менее объединить. Ну и тюркские народы, тут, я думаю, тебе все знакомы, уйгуры, казахи, киргизы, салары, югуры, так называемые желтые уйгуры, узбеки, татары там, в принципе, вполне есть, они даже достаточно европеоидные, тунгусо-маньчжурские народы, ну мы с тобой будем еще говорить, что последние там 300 лет китайской монархии, там правила маньчжурская династия. Неудивительно, что маньчжуров в Китае довольно много. Есть там корейцы, есть тайваньские аборигены, но, правда, их контролируют не те самые, их контролирует, естественно, не КНР, а тайваньское правительство. И, наконец, индоевропейские народы – это памирские таджики и русские. Ну, я тебе говорил, что русских там некоторое количество, в принципе, есть. Но они не так многочисленны. Около 16 тысяч их. Ну, чтобы, поскольку мы с тобой русские,
смотри, есть такая, да, где там у них Волость-то это? Сейчас найду. Та-т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 а. Так, вот. Шивей-русская национальная волость есть такая в Китае. Она находится во внутренней Монголии. Она небольшая, но она вот... Она сейчас Эньхэ русская. Ну, есть вот она там. В районе Хулумбуира, вот здесь вот на севере Монголии, здесь уже на границе с Дальним Востоком, с Забайкалем. Вот. Ну, вот это про современный Китай два слова сказали. Еще есть города центрального подчинения. Их, на, как в России есть города федерального значения, также в китайском Китае есть города центрального подчинения. Это у нас Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и Чуньцин. Чуньцин, как ты видишь, здоровый и похож, по сути дела, на небольшую провинцию по размерам вполне тянет. Но он, тем не менее, город центрального подчинения. Ну, к нему просто там что-то прирезали территорию. В итоге он получился такой здоровенный. Но вот он считается отдельным тоже регионом. Вот такая вот история с КНР у нас, с его административным устройством. Тайвань внутри себя делится на целый ряд, ну, то есть там тоже есть свое административное деление, но поскольку КНР не контролирует фактически Тайвань с уже 70 лет, да, то, ну, собственно, с образования КНР никогда не контролировал. Кстати, имея в виду, что в китайском, может быть, это покажется удивительным, но на самом деле граница между Тайванем и Китаем проходит очень не просто через пролив, потому что, видишь, вот острова многие, они прямо напротив КНР находятся. И у меня одна знакомая училась в Сямэне, и она говорит, что время от времени, вот эти вот острова, это уже китайские, уже тайваньские. И у них время от времени проходят учения, типа Тайвань атакует. Вот. Ну и народ поначалу иногда пугается. Так что вот такая вот, мы с тобой быстренько обговорили географию, просто чтобы мы с тобой говорить могли уже, ну, чтобы было понятно, где что находится. Ну, провинции, как видишь, ну, основная форма, естественно, административно-территориального деления – это провинция. Провинций в Китае, сколько их там, 22, ну, Тайвань как бы 23 считается. Ну, по поводу будущего Тайваня, тут дело темное. Китай еще с 90-х, по крайней мере, годов отстаивает идею так называемой гонконгизации Тайваня, ну, то бишь принятие Тайваня в лоно КНР на правах очень широкой автономии. Ну, типа, вы можете быть вообще прям суперавтономные, но только в составе КНР. Прежний президент Тайваня, который Ма Инцзю, он, в общем-то, шел на их диалог с Си Цзиньпином, у них даже совместные встречи были. Но нынешняя дама президент, она очень такая дама несговорчивая, поэтому нифига там не продвигается. Даже наоборот, ситуация обостряется, туда летают всякие товарищи, типа Нэнси Пелоси и так далее из Америки. Насколько это все способствует безопасности, ну, видимо, не насколько. Еще имею в виду, что у Китая есть ряд спорных территорий с Японией. Вот тут, ну, у него на самом деле там и на юге есть спорные территории, но это отдельная история. А вот севернее Тайваня, у них есть острова Дяо-Ю и Дао, или так называемые рыбачьи, ну, Дяо-Ю, которые как удить рыбу. И вот эти Дяо-Ю и Дао, это камень преткновения взаимоотношений Японии, Тайваня и Китая. Имея в виду, что там зарубаются и японцы, и тайваньцы, и китайцы. То есть все три стороны считают, что это наше. Вот. Ну и понятно, что мир их не берет. В этом смысле у Тайваня с КНР полное взаимопонимание. Вот. Так что кое-где они даже могут согласиться. Ну вот, современная такая вот у нас диспозиция. Давай теперь идти в... по народам сказали, по языкам сказали. Языки в Китае, понятное дело, ну по провинциям тоже китайский язык достаточно диалектный. Но таких вот совсем страшных штук, типа того самого, ну, про что мы сейчас говорили с тобой, типа кантонского диалекта, таких немного.
В основном все-таки на севере, имея в виду, что путунхуа, который мы любим и учим, он на базе северных диалектов. Вот. И поэтому север китайский в основном говорит на вариациях, близких достаточно к любимому нами путунхуа. Понятное дело, что с южанами все иной раз чуть более сложно, но и они, в принципе, говорят на чем-то более-менее таком доступном. В целом, понять их более-менее можно. Поэтому здесь мы, опять же, зная путунхуа, можно размовлять. Ну, конечно, если ты заберешься куда-нибудь совсем в глубокую нору, и там у тебя будет какая-нибудь бабка из Шанхая, она, да, допускаю, что может тебя хреновастенько понимать. Вот. Такое может быть, сразу предупреждаю. Но да ты сама, наверное, знаешь. Ну, а у сибирян, например, там, в Синьцзяне, вместо «джэши шэма» они могут говорить «джэси сая». Вот что-то такое. Ну, и сама, может быть, замечала, что у китайцев, особенно у таких простых, у них вместо «джэ» часто звучит «дзэ». «Дзэсэ». Это вот. «Дзэсэ», «дзэсэ». Вместо «джэши». Ну, в общем, есть такая тема. Ну, диалекты разные. Понятно, чем южнее, тем страшнее. Вот. Ну, почему так, мы с тобой сегодня, ну, сегодня-то вряд ли, а потом разберемся. В том числе это объясняется тем, что значительную часть времени Китай бывал расколот на несколько частей. Естественно, что это не способствовало тому, чтобы там как-то особенно язык был одинаковый. Но в то же время, когда приходила к власти какая-то объединяющая династия, она давала до ума всем, что называется, и быстренько собирала все в кучку. Поэтому здесь как раз все такое. Ну и имей в виду, конечно, что территория нынешней КНР, она сформировалась так, веке в 17-м. То есть веке в 17-м, 18-м в Китае были присоединены как раз окончательно Синьцзян, Тибет, внутренняя Монголия и вот этот вот Дунбэй, ну, то есть северо центральные районы. Они гораздо раньше находились в орбите влияния КНР. Ну, в смысле, не КНР, конечно, китайской культуры. Вот. Ну и вот с этого давай начнем. Значит, смотри, мы не будем с тобой совсем уж ударяться в дремучую древность, потому что, ну, там есть представление у китайцев о том, что они, у них там история идет от пяти совершенно мудрых государей. У китайцев есть разные мифы про образование мира, но один из самых знаменитых — это миф о Паньгу. Был великий первопредок, великий такой вот великан, который, собственно говоря, разделил мир, а потом умер. И в итоге он, его дыхание стало ветром, голос громом, левый глаз солнцем, правый луной. Руки и ноги образовали четыре стороны света, дулующую землю, из крови возникли реки, из вен дороги, из волос звезды, из растения, из зубов костей металл, из костного мозга нефрит. Ну, то есть вот такой вот замечательный, могущественный первопредок, который жил-жил и умер. Вот, такое вот бывает в китайской, в том числе, историографии. Но вообще есть мнение, что образ Паньгу достаточно поздний, и, в общем-то, самые древние китайцы несколько иначе воспринимали образование своего мира. Да, образование мира. Вот. Имея в виду, вот видишь здесь, что китайцы сейчас, они пишут, ну, в основном, как мы, да, слева направо. Но сейчас, но раньше бывали традиции и написания справа налево. Вот Паньгу, да, он у нас, собственно, здесь написан в обратную сторону. А про Паньгу, в принципе, в какой-то степени сейчас про китайцы про него знают. Вот, но вообще традиционные китайские верования, они достаточно сложны. Не скажу, что там сильно много храмов Паньгу, но разберем. Значит, еще какая еще по поводу возникновения мира, мифы, которые в китайской, так сказать, курсируют. Это миф о Фуси и Нюйва. Фуси и Нюйва — это два божества, которые, собственно,
у нас присутствуют в китайских мифах, и которые в том числе создавали землю. Иной раз Нюйва считается одной из создательниц мира и людей, даже в первую очередь, не столько мира, сколько людей. Нюй, понятно, женщина, вот, но... А Ва вообще в сочетаниях, ну, есть мнение, что оно в какой-то степени соотносится с лягушкой в некоторых, вот, например. Ну, улитка, лягушка, короче, есть там некоторые по этому поводу мысли. Ну, короче, вот она, Нюйва, есть мнение, что она создавала мир, вот, изображение, иногда у Нюйвы и Фуси змеиные тела. Нюйва, вроде как, по наиболее распространенному мифу, лепила людей, но, и, в общем, она вылепила, некоторых она вылепила более-менее так хорошо и со старанием, а некоторыми она занималась уже по остаточному принципу, вплоть до того, что она взяла веревку, опустила ее в глину, и начала ее размахивать, и, так сказать, просто ошметки глины стали лететь в разные стороны. Ну, и из вот этих вот людей получились простолюдины. Согласно некоторым китайским мифам. Вот. Ну, сейчас образ Фуси и Нюйвы, он несколько в китайскими, ну, если, может быть, не учеными, но некоторыми такими популяризаторами пытается предоставиться, как даже несколько исторический, в каком смысле, так сказать, он воспринимается как некий человек, который вот на территории Китая, в западной его части, ну, в западной имеется не в Синьцзяне, а в западной части исторической вот этой территории Китая, он там земледелие запускал, ну и так далее. Вот такой вот он замечательный. Их довольно часто изображали, как видишь, вот здесь тоже они со змеиными туловищами. Вот. Так что он создавал триграммы, вот эти китайские символические, научил людей приручать зверей и заниматься шелководством. Ну, в общем, такой вот могущественный, сильный товарищ. Насколько соотносятся мифы, допустим, про то, что людей создало божество Паньгу и то, что создало Нюйва, ну, тут дело просто в том, что китайцы довольно... Опять же, я уже говорил, серьезно регионально отличаются, и понятно, что эти мифы возникали параллельно, вот. Ну, в общем, люди некоторым образом появились. Таким образом, Фуси или Пхаоси, вот он такой вот могущественный полубог. Ну, видишь, иногда он изображался уже в виде человека, а иногда вполне себе в виде такого полузмеевидного существа. Вот. Ну, еще в Китае, вот, триграммы, но это уже мы потом будем с тобой говорить, так сказать, даос, когда будем про даосизм говорить. Что касается уже более таких исторических персонажей, которые уже не претендуют на то, чтобы создавать мир, а просто создавали скорее государственность, имея в виду, что в китайской традиции достаточно сильно... Верование было, по крайней мере, исторически, это Хуанди, желтый император. Не путать с современным Хуанди, который император, там другой Хуан. Желтый государь или желтый император. Это такая легендарная совершенно фигура, которому уже не приписывали образование этих самых людей, да, из каких-нибудь глины или из иных каких субстанций. А скорее он был основоположником различных культурных традиций, и даосы те же самые с большим почтением заявляли о том, что именно Хуанди, дескать, есть создатель даосизма. Персона совершенно легендарная, как ты видишь, по китайской традиции он жил где-то там 5000 лет назад, вот, и понятно, что это такой мифологический персонаж, но поскольку китайцы любили исторически все систематизировать и пытаться всему придать более-менее какой-то
убедительный вид, они вот его, этого Хуанди, тоже наделили определенными годами жизни и так далее. А помимо него, там еще есть некоторое количество таких вот пять совершенно мудрых государей. Там есть еще нефритовый император Юйди. Вот, есть еще противник Хуанди, которого звали Чи Юй, вот, который борется с Янди и так далее. То есть, в принципе, там вот эта вот достаточно сложная система взаимоотношений этих ранних, совершенно таких легендарных и мифологических персонажей, в ней можно утонуть. Это уж проще взять какую-нибудь книжку «Мифы Древнего Китая» и почитать. Ну, имея в виду, что мифы в Китае есть, и в них есть такие вот персонажи полубожественные. Ну, есть божественные совершенно, как Фуси и Нюева, а есть такие полубожественные, типа вот этих всех первых так называемых императоров. Но вообще мы можем говорить о каком-то более-менее китайском, ну, китайских исторических событиях, исходя из источников. Ну, давай с тобой, поскольку у вас источниковедения, историографии не было, я в двух словах мы с тобой разберем, что такое исторические источники. Это очень быстро, просто чтобы было понятно. Значит, естественно, об истории мы и о культуре мы берем информацию из каких-то источников, ну, как всегда. Значит, какие у нас есть источники? Значит, смотри, источники у нас бывают письменные, но это когда какой-нибудь товарищ в Китае сел да написал, что, собственно, происходило. На самом деле, письменные источники в Китае, слава богу, появляются довольно рано, но понятно, ты сама понимаешь, по современным событиям, даже вокруг нынешней каких-нибудь войнушки на Украине, у нас, естественно, то, что как описывают эту войну, допустим, у нас, и как описывают ее где-нибудь в Америке, это две огромные разницы. Так было всегда. То есть, естественно, что в Китае, в древнем тоже, если речь шла про какой-нибудь конфликт с монголами или конфликт двух китайских каких-то царств, то, естественно, себя все всегда описывали как самых хороших, честных, великолепных и достойных продолжателей великих китайских первопредков, а все остальные объявлялись уродами, так сказать, врагами и так далее. Вот, незаконными правителями и т.д. Поэтому, собственно говоря, письменные источники хороши, но их нужно фильтровать и воспринимать с осознанием той ситуации, которая происходила в момент их создания. Следующий тип источников – это археологические. Про самую древнюю часть китайской истории мы будем говорить на их основе, потому что там ничего не написано. Есть определенные находки, и вот мы с тобой про них сегодня в двух словах скажем. Вот, это вещественные источники, их достаточно много в Китае. Китай в этом смысле очень хорошее место. Там довольно давно появились всякие разные ремесла, изделия, и поэтому можно все изучать. Дальше, устные источники. Ну, устные источники – это то, что можно воспринять о событиях недавних от очевидцев, либо это какие-то исторические данные, которые передавались из уст в уста, но обычно превращаясь по пути в какие-то мифы. Имея в виду, что, например, некоторые там персонажи вполне реальные из китайской истории, но об этом еще будет говорить в эпохе Троецарствия, они превратились в таких божеств в народном сознании, о них там тоже складывали всякие, ну, аналоги были даже. Дальше, данные языка. Естественно, китайский язык менялся. Китайский язык менялся, хотя, имея в виду, что тот шрифт, более-менее, которым мы пишем, он уже существует чуть не 2000 лет. Ну, понятно, что я не беру, имеется в виду, варианты традиционных иероглифов, но если я тебе сейчас покажу, допустим, знаете, покажу, надпись на раннесредневековая на китайском, ты там, ну, по крайней мере, увидишь, что иероглифы-то там, в принципе, вполне похожи на современные. Ну вот, как бы, иероглифы. Сейчас увеличу. Тут качество фиговое, но, в принципе, иероглифы вполне узнаваемые, согласись. Так что,
иероглифика китайская, но язык менялся. Язык менялся, например, вот знаешь, наша замечательная любимая частица «е», которая тоже так же, она в старокитайском выполняла роль типа запятой. Поэтому если ты увидишь какой-нибудь старокитайский текст, ты увидишь там довольно много вот этих вот «е». Не потому, что там все что-то происходит тоже так же, а именно потому, что это аналог, если здесь есть текст, смотрим. Если, в общем, это аналог нашего любимого того самого точки с запятой. Ну, потому что традиционный китайский язык, он не знал, к сожалению или к счастью, точек, запятых и так далее. То есть в современных всяких транскрипциях и переводах их обычно ставят, но в целом их не было. Вот, поэтому их приходилось использовать. Ну, тут пример не тот, но я потом как-то найду. Идем дальше. Значит, этнография. Этнография – это, ну, изучение каких-то быта народов. Вот приехала ты к каким-нибудь малым народам Китая, некоторые из которых являются достаточно, ну, простыми в своей жизни, допустим, какие-нибудь аборигены Тайваня, они достаточно близки к своим корням и там довольно активно все еще занимаются традиционными промыслами. Ну, в какой-то степени это, конечно, превращается уже в аттракцион для туристов, но еще не окончательно превратилось. Поэтому вот они такие молодцы. Вот ты можешь приехать их изучать. Дальше. Ну, понятно, что кинофотодокументы – это у нас всякие уже события конца 19-20 века. И фонодокументы – это звукозапись. Ну, звукозапись появилась там в конце 19 века. Имей в виду, что запись голоса Льва Толстого, допустим, у нас уже есть. Ну вот. Значит, ну и еще есть эпиграфический источник. Это тоже надписи, но это надписи короткие и обычно какие-нибудь привязанные к своему носителю. Ну, к примеру, есть какой-нибудь бронзовый горшок, и на нем написано там три строчки. То есть это не письменный источник, но эта надпись тоже должна изучаться. Вот это или к эпиграфическим источникам относятся эти самые, как они называются-то, скажи мне, эпитафии его, эпитафии на надгробиях. Вот такие источники. Ну и, соответственно, говорить об истории и культуре Китая мы тоже будем, исходя из них. Ну, инфу же откуда-то брать надо. Вот, значит, ну и начнем мы с самого-самого древнего, что есть в Китае относительно истории. Это к Китаю, конечно, отношения прямого не имеет, но имеет отношение к возникновению человека. Имея в виду, что есть такой синантроп. Запиши себе синантропа. Это большая гордость китайского народа. Который, этот синантроп, вид эректуса, Homo erectus, был найден на территории, ну, почти Пекина, и датируется он примерно 750 тысяч лет назад. Вот. Ну, как видишь, даже современные исследования, они там не сильно изменили эту традиционную дату. Это один из очень ранних форм именно уже человека, то есть не австралопитека, а уже именно человека. И обнаружен он в пещере Джоу-Коудянь, Китай, там недалеко от Пекина. По-китайски он, имея в виду, называется Бэйдзиньжэнь. Имея в виду, что у Бэйдзиньжэня есть два значения. Бэйдзиньжэнь — это, с одной стороны, пекинец, а с другой стороны, Бэйдзиньжэнь может означать синантроп. Ну вот, видишь, вот он тут он так назван, но иногда вот это вот слово обезьяна опускают. Вот. Бэйдзин Юаньжэнь, синантроп. Вот Юань — это у нас, если мне память не изменяет, обезьяна, да. И, соответственно, Пекин, ну, питикантроп, питек — это обезьяна, антроп — человек. Поэтому питикантроп — это обезьяна-человек, но тут пекинский обезьяна-человек, но Бэйдзиньжэнь, в принципе, может быть и синантроп. Вот, видишь? Бэйдзиньжэнь. Иногда этого обезьяну, эту юань, опускают в середине, поэтому вот он, наш чудесный синантроп. Он, как видишь, такой, в принципе, был уже на человека относительно похожий.
Объем мозга у него был уже, в принципе, достаточно неплохой. Как видишь, около килограмма. Это где-то в полтора раза меньше, чем у современного человека. Но уже, в принципе, есть люди, причем вполне психически здоровые, у которых мозг около килограмма может быть. Вот. Вот он, собственно, так примерно выглядел. Орудие уже делал вовсю. И вот такой вот замечательный человек был. Есть точка зрения о том, что он участвовал. Есть точка зрения, что это тупиковая ветвь. Ну, тут мы сильно в это ударяться не будем, но имею в виду, что китайцы шибко синантропа уважают. Но это, повторюсь, имеет отношение скорее не к какому-то именно китайской истории, а к истории человечества в целом. Ну, как, например, находки каких-нибудь древних людей там в Денисовой пещере на Алтае, это не часть русской истории. Это скорее часть просто истории человечества в целом, которая находится на территории России. В принципе, если мы говорим об истории Китая как такового, то тут нам с тобой надо поговорить про несколько культур. Значит, первая культура, с которой мы с тобой начнем, ну что такое археологическая культура? Археологическая культура — это группа памятников археологических, где есть находки похожего типа. Их объединяют. То есть это в известной мере такое несколько, ну, искусственное образование. Ну вот запиши себе культуру Яншао. Культура Яншао — это 5-3 тысячелетие до нашей эры. Ну то есть если до нашей эры, то это получается около 7 тысяч лет назад. Весьма старая такая культура, древняя. Центр находится в провинции Хэнань. Ты провинции представляешь себе нормально или так себе? Да почему нормально? Ну и молодец. Значит, Хэнань — это получается, Хэбэй — это то, что вокруг Пекина, а Хэнань — это то, что, ну, поскольку оно Нань от этого самого Хэ, то это получается у нас южнее. Вот, вот там вот в районе Пекина, поюжнее несколько были найдены памятники. Чем она характеризуется? Достаточно развитая, это неолит, то есть новый каменный век, то есть металла еще нету, но есть достаточно уже и развитая обработка камня, с одной стороны, а с другой стороны очень хорошая керамическая традиция. Вот, видишь, такие замечательные делаются всякие посуды, посудины. Вот, если говорить, где она, то это вот, вот этот вот район, несколько южнее Пекина. Вот, чем она знаменита? Тут что-то совсем мало картинок. Может быть, на китайской Википедии будет побольше. Ну вот, они тут другие. Имею в виду, что посуда там с картинками. Достаточно красивыми и интересными. Вот. Там всякие животные изображались. Посуда хорошего качества, круглая такая, очень очевидно, что обжиг, умение обжигать ту самую керамику было на высоком уровне. Есть там вот такие всякие штуки, в общем, хорошая, интересная культура, которая постепенно, ну, мы, у нас все-таки курс не археологии Китая, поэтому мы так про нее сказали и хорошо. Дальше идем культура Луншань. Луншань считается, что она возникает на базе вот этой вот культуры Яншао. Значит, запиши, ну, энеолит, видишь, тут есть энеолитическая культура. Энеолит — это так называемый медно-каменный век. Это эпоха, когда уже люди начинают потихо плавить металлы, но они при этом еще все-таки основную часть изделий делают из камня. То есть металл появляется, люди с ним экспериментируют, делают какие-то небольшие изделия. Иногда это какие-нибудь изделия типа наконечников, иногда это украшения. Ну вот, но вот в районе места. Названия эти берутся, имея в виду, что на основе первой находки. Вот сделали находку в районе Драконьей горы, да, Луншань. И, соответственно, так культуру и назвали. Значит, она примерно, это первая половина второго тысячелетия до нашей эры. Ну, то есть там, ну, на самом деле, даже чуть раньше, иной раз. Ну, где-то, в общем, около 4 тысяч лет назад. Она
Видишь, вот здесь вот у нас в районе нынешнего, опять же, Пекина, чуть по южнее, и вот здесь вот в районе Хуанхэ, в долине Хуанхэ распространена. А здесь у нас продолжается традиция, но только единственное, что луншаньская керамика, она такая более одноцветная. Если Яншао, она более цветная, она больше там со всякими красивыми картиночками, узорчиками и так далее, то культура Луншань, она более монохромная такая. Там такие вот черные часто сосуды разной формы, но все достаточно высокого уровня изготовления. Тут это не отнять. В Луншане, повторюсь еще раз, все достаточно уже, ну, мы уже можем говорить, что, ну вот, что уже есть медь. Медь и нефрит. Вот видишь, это нефритовые изделия. Уже начинают обрабатывать активно нефрит. Ну и вы до этого обрабатывали в каменном веке, все-таки камень. Но здесь ему уже придаются такие более сложные формы. Вот. А дальше начинается самое интересное. Дело в том, что согласно китайской традиции, первой китайской династии была династия Ся. Ся как лето. Как сяки. Значит, династия Ся. Китайская традиция датирует эту династию примерно там вот либо с 2070 по примерно там 1765 или даже 1600 годы. С династией Ся есть такая сложная ситуация. С одной стороны, у нас нет прямых доказательств, что была прям-таки династия Ся, которая так сама себя называла и которая, собственно говоря, вот такая вся из себя историческая. Это с одной стороны. Но с другой стороны, у нас есть такой момент, что в этот момент, в ту эпоху, в Китае уже существовала так называемая культура Эрлитоу, запиши. Культура Эрлитоу, которая действительно очевидна по уровню развития, по уровню уже развития производительных сил, что называется, по уровню того, как там строились поселения. Очевидно, поселения были большие. Произошел уже переход от присваивающего, ну, уже вот задолго до этого произошел переход от присваивающего хозяйства к производящему. Но тут производящее хозяйство, то есть земледелие, животноводство, стало уже достаточно развитым и позволяло селиться уже не просто там какими-то сельскими общинами, которые одно поле пахали, а селиться целым городам. И в этих городах возникали, очевидно, центры какие-то и культовые, то есть религиозные, и центры ремесленные, и всякие другие центры. Там производство, управление и так далее. Поэтому культура Эрлитоу вполне, ну, по логике должна была быть, так сказать, оформлена как какое-то раннее государство. Но есть такой термин в исторической, в политологической науке, как протогосударство. Вот протогосударство – это когда уже есть элита определенная, которая выделилась, но еще довольно сильные черты там до государственных всяких стадии развития. Ну и вот культура Эрлитоу, она как раз представляет из себя вот этот вот период. Вообще про династию Ся китайцы довольно много говорили, и вполне про нее есть уже записи. Но записи в письменных источниках, они относятся к более поздней эпохе. Они отстоят от вот этих вот самих событий где-то на пару тысяч лет. Ну, то есть исторический труд Ши Цзи, он написан там близко к рубежу эр, ну, до нашей эры еще. А вот династия Ся была за 2000, ну, примерно там за 1800 лет до того, как написаны были исторические записки, которые, в свою очередь, отделяют от нас 2000 лет. Поэтому насколько это все более-менее исторично, большой вопрос. Хотя у китайцев уже была вполне себе традиция, они даже, как ты видишь, перечисляли довольно подробно правителей вот этой вот династии Ся. Но самым интересным, самым ярким из них был Юй Великий.
или сяцкий юй. Вот. Он, соответственно, у нас вроде как создал ирригацию и вообще был большой молодец. Значит, он был при одном из вот этих мифических императоров. Я тебе говорил уже про, например, императора Хуанди, но их на самом деле там было несколько больше. Там были всякие разные император Яо, вот этот вот желтый император и куча других. Вот, пять древних императоров. Имея в виду, что в китайском была такая традиция Сан Хуан и Уди, то есть три правителя и три властителя и пять императоров. Ну вот к трем властителям относили разных государей, ну вот в том числе вот этих, хотя иногда сюда же попадали и Фуси, и Нюйва, и еще кто-нибудь. Вот. Ну а пять императоров, это вот другие пять императоров. Тоже их список не был каким-то абсолютно незыблемым, и иной раз их там меняли местами. Почему? Потому что ну, числа-то 3 и 5, они вполне такие в китайской культуре канонизированные, то есть 5 стихий у китайцев, да, там, и так далее. Но временами можно в разных текстах найти немножко разное количество вот этих вот товарищей. Ну, на самом деле считается, что это более поздняя уже традиция образования вот этих вот представлений о трех властителях и пяти императорах. Ну, в общем, вот этот Юй Великий, от вот этого, по легенде, от вот этого вот императора Яо, совершенно легендарного, получил определенную власть и сумел преодолеть потоп. Вот. Ну и в итоге он как раз стал наследником императора Шуня и в итоге положил начало династии Ся. Ну, в общем, про него писали. Опять же, с династией Ся, еще раз повторюсь, проблема в том, что от той эпохи, от эпохи, когда этот Юй Великий должен был жить, ничего не дошло. То есть нет, если была какая-то маленькая, стрёмненькая эрлитовская чашка, на которой было бы написано Юй, то все было бы супер круто. Понимаешь? Там есть на самом деле некоторые корябки на керамике, но пока каким-то образом их соотнести с иероглификой, ну, в общем, пока не особо удается. То есть у китайцев есть действительно еще в ранних очень памятниках какие-то значки. Но то ли это орнамент, то ли это какая-то знаковая система совсем простая, типа пиктограмм. В общем, дело темное. Поэтому пока что говорить о том, что в Эрлитоу, ну и, соответственно, вот этом легендарном Ся была письменность, мы не можем. Поэтому и про Ся мы говорим осторожно. То есть мы говорим, что в этот период уже есть определенные традиции, когда складывается основа государства. Есть, например, вот дворцы такие замечательные. А потом мы можем говорить о том, что у нас есть развитие уже металлургии определенное. Мы можем говорить о том, что есть довольно высокий уровень развития, ну для того времени, конечно, высокий, довольно высокий уровень развития сельского хозяйства и ремесла. Но при этом, было ли это династия Ся, или это просто потом китайцы, потомки назвали династией Ся, вот тут у нас начинаются проблемы. Мы в 100% не можем дать такую гарантию. Поэтому династия Ся, ну, в российской традиции у нас есть некоторые исследователи, которые говорят, что династия Ся это прямо свершившийся факт, но это скорее обычно какие-нибудь философы или культурологи. Среди историков-археологов династия, отношение к династии Ся, как именно к династии, довольно такое осторожное. Вот. Ну, в общем, и тут на примере династии Ся мы можем говорить про династийный цикл. Имея в виду, что у китайцев достаточно давно сложилось представление о том, что каждая династия, она имеет определенный цикл развития. Сейчас мы с тобой про это поговорим.
Вот, у нас еще осталось минут с тобой 15, да, 15-20. И вот мы сейчас с тобой проговорим. Значит, смотри, как это выглядит по китайским представлениям. Значит, у нас есть династия. В династии, основатель династии — это какой-то великий, ну, почти божественный человек. В случае с Юем почти божественный, с более поздними традициями, ну, уже с династиями, это скорее просто великий человек. Потом он получает так называемый мандат неба. Можете себе запомнить эту формулировку. То есть он получает право на управление Китаем от небесных божеств. Ну, культ неба в Китае, он такой был разный. В некоторые периоды небо воспринималось как такое довольно неперсонифицированное начало, ну, как бы просто какая-то сила такая. В некоторые периоды небо наделялось представлениями почти как у бога в монотеистических религиях. Там был такой божественный император, который что-то, в общем, был довольно личностный такой. Ну, так вот, значит, в итоге наши замечательные династии начинаются с какого-то поистине выдающегося человека. Он правит, вот, но потом его потомки начинают заниматься какой-нибудь фигней и начинают, соответственно, портить уже сложившиеся хорошие всякие установления, не соблюдать их, и государство постепенно идет к упадку. Иной раз в таких случаях небо посылает предупреждение в виде какого-то наводнения. Если императоры одумываются, или какой-нибудь гражданской войны, если императоры одумываются, берутся за ум, то династия может просуществовать еще какое-то время. Если же они продолжают заниматься какой-то бильбердой, то династию свергают, и приходит к власти следующая династия, которая уже хорошая, замечательная, и потому что у нее основатель династии, он по определению человек хороший. Вот, иначе небо не дало бы ему возможности основать династию. Он основывает династию, но его династия тоже не вечна, потому что, соответственно, его потомки, естественно, не застрахованы от того, чтобы стать уродами. И они таковыми, соответственно, становятся. И опять случается через некоторое время свержение прежней династии, приход новой династии. И эта новая династия начинает править. Ну и понятно. То есть вот такой вот, так сказать, вот такая вот последовательность циклов династических в Китае была. Поэтому в Китае достаточно давно, если угодно, было сформулировано право народа на восстание. Несмотря на всю патриархальность Китая, как нам кажется, именно китайцы первыми проговорили, что в принципе, если правители какие-то конченые, то против них может быть произведено восстание. Вот. Ну вот, собственно, последний правитель династии Ся, вот этот легендарный, которого звали Дзе, он был совершенно недостойный. И в итоге его свергли. И вот свергла его династия, которая пришла на смену Ся. И эта династия уже, уже не легендарная, уже вполне нормальная. Запишите себе династия Шан. Шан как магазин. Как Шан. Шан магазин. Значит, Шан — это у нас династия уже нормальная. Она нормальная и она вполне историческая. Почему? Сейчас поймешь. Значит, она располагалась на несколько более обширной территории, чем вот эта предыдущая. Существовала династия Шан, там по-разному датируется, где-то примерно с 1600 по 1046 год. Вот. То есть тоже около 500 лет. Существовала в долине Хуанхэ, но вот тут вот карта есть. В отличие от Ся, повторюсь, которую мы с большой осторожностью воспринимаем исторический факт, Шан все хорошо. Шан повезло в том, что шанцы начали активно достаточно использовать письменность. Хотя, имея в виду, что довольно долго, еще там лет 50 назад, были определенные сомнения в том, что династия Шан — это некая данность. Сомнения были, и, соответственно, должно было что-то случиться, чтобы эти сомнения развеять. Но оно и случилось. Дело в том, что мы про династию сейчас поговорим, просто я скажу, почему мы теперь не сомневаемся в ее существовании.
Фишка в том, что династия Шан оставила после себя так называемый Дзягувэнь. Дзягувэнь – это у нас надписи на черепаховых панцирях и этих самых, скажи, на лопатках животных. Дзягувэнь. Значит, Дзягувэнь были, ну, сначала их обнаружили еще в 19 веке, но нормально изучать начали уже позднее, уже в 20-м. Вот. И уже, собственно говоря, ну, но полное их изучение идет уже сейчас. Поэтому, ну, шло и раньше, естественно, но имея в виду, мы с тобой разберемся с этим потом. Но китайская история 20 века была довольно сложной и очень насыщенной. Поэтому там далеко не всегда было так уж удобно заниматься всякими археологическими историческими изысканиями. Что представляет из себя Дзягувэнь? Дзягувэнь – это такая кость или черепаховый панцирь, на котором написаны обращения к небу. Китайские правители, жрецы также, писали на вот этих вот, на этом материале, да, писали обращения к небу, ну, к божествам, и таким образом гадали по результатом вот этих вот гаданий, как можно было воспринять волю неба. Очень просто. А, значит, брался металлический прут, ну, бронзовый, вставлялся в просверленную дырочку на вот этой вот кости, и, соответственно, после этого не мудрено, что в разные стороны шли трещины. И по вот конфигурации этих трещин нужно было восстанавливать, нужно было трактовать волю неба. Такая вот интересная система гадания. По ней, благодаря ей, мы как раз знаем, и мы можем быть полностью уверены, что династия Шан – это вполне исторический феномен. Что династия Шан существовала, и что у нее была реальная, так сказать, вот, реальные события отражает нам вот это вот повествование на столь необычном материале. Вообще, конечно, это все очень забавно и занятно, потому что, ну, в других регионах такого нет. Может быть, кстати, династия Ся тоже как-то была. Просто вопрос в том, что, видишь, династия Ся, она... Может быть, гадали они на какой-нибудь ромашке, понимаешь? А ромашка не сохраняется. Поэтому мы не имеем нормального представления о Ся. А Ся для нас это полумиф. А Шан – это скорее суровая правда жизни. Вот. Так что про династия Шан – это вполне себе такая династия уже историческая. Имею в виду, что иероглифика в Шан, она еще очень такая странная и похожая больше даже иной раз на рисунки, нежели на какую-то уже знаковую систему более-менее современную. Вот смотри, допустим, эволюция китайских иероглифов. Ну вот, например, возьмем какую-нибудь самую простую картинку. Ну вот. Значит, ну вот, например. Вот, видишь, Дзягувэнь – это уже прям лошадушка, да, нарисованная. Ну, а потом постепенно лошадка начинает помаленьку преобразовываться, да, и приобретает вид современного иероглифа. Ну, соответственно, как ты видишь, со времен там Лишу, ну, что это такое, мы с тобой еще поговорим, иероглифы более-менее похожи на современные. А вот период, так называемый Дзиньвэнь, это надписи в основном на металле, и Сяочжуань, это, например, это так называемая малая печать. Это иероглифы еще довольно странные. Кстати, имею в виду, что в дизайне у нас любят вот этот стиль Сяочжуань использовать как... Может, обращала внимание на обоях, на каких-нибудь стеклянных дверях. Сяочжуань любят фигачить. Вот, ну, потому что они такие интересные иероглифы. Но дзягувэньские иероглифы, они были... Они были вполне себе такие рисуночные еще. Но
еще надо сказать, что иероглифика в Китае только зарождалась. Поэтому надо отметить, что не все знаки, которые находят Гувэнь, они прям полностью расшифрованы. Потому что очевидно, что один и тот же знак могли писать довольно изрядно по-разному. Ну и плюс понятно, что время, да и сам способ гадания со вставлением раскаленных прутов, он не способствует сохранности большой там некоторых элементов, особенно по которому, если трещина прошла. Вот. Ну, по этим самым гадательным надписям, помимо того, что мы поняли, что, собственно, есть у нас династия Шан, мы также можем реконструировать некоторые представления о том, как функционировало вот это раннее китайское государство. Ну, оно было достаточно простым, имея в виду, что оно было достаточно простым. Оно, очевидно, имело несколько центров, вот, которые по временам могли меняться. Какой-то четкой структуры управления, а-ля, знаешь, там, чиновничество традиционное для Китая, там, очевидно, не было, особенно в ранний период. А одним из источников дохода, одним из источников для сбора налогов было характерное для многих народов такое явление, как полюдье. Если ты не совсем забыла курсы отечественной истории, то, значит, вспоминай. Тут написано «Киевская Руси», но на самом деле полюдье как таковое было в мировой истории в разных формах распространено везде. Это когда князь, ну или в китайском случае Ван, ну, который как самая распространенная китайская фамилия, он гоняет по территории со своими вооруженными товарищами и собирает дань с покоренных племен. Поэтому тебя не должно удивлять, что иногда территорию вот этих вот шанских владений ее рисуют вот таким вот странным прерывистым, тем самым, как прерывистую такую картинку. Дело в том, что, очевидно, это как и в Киевской Руси. Вот эти вот ребята нам платят дань, значит, они там принадлежат условно к нашему государству. А вот если они нам перестали платить дань, то уже не принадлежат. А вот тут вообще нигде, в некоторых районах никто не живет, поэтому там и государства нашего нет. Имея в виду, что вообще государство, ну вот если мы с тобой возьмем обществознание, да, банальное, и посмотрим, что такое государство, да, то мы с тобой увидим целый ряд того, что у государства должно быть. Да, ну, функции государства. Например. То есть, что должно быть у государства? У государства, допустим, должна быть там граница, правовая система и так далее. Но при этом имей в виду, что это появляется достаточно постепенно. У государства граница, например, есть далеко не всегда. Вот, например, да. Ну, это так, просто чтобы более наглядно было. Если загрузится, то хорошо. То есть государство, например, обладает правовой системой. Да, у нее есть система законодательства. Но имей в виду, что даже в отечественной истории, да и в китайской, письменные законы появляются заметно позднее, чем образуется государство. Охрана границ тоже довольно условная вещь, потому что границы, они еще должны сформироваться. По первости, границы это просто вот тут мы собираем дань, поэтому это наша территория. А вот там мы дань уже не собираем, значит это не наша территория. А если мы начнем снова собирать, то снова будет наша. Ну и так далее. То есть здесь вполне такая текучая очень структура, это надо тоже понимать. А дальше, значит, что у нас тут есть еще? Ну, международные организации, это вообще современность сугубо. Вот. Сбор налогов, конечно, сбор налогов это всегда. Почему? Потому что, ну, понимаешь, налоги это основа существования государства и государственного аппарата. Если у государства есть государственный аппарат, есть публичная власть, да, то значит это государство. А ну, имей в виду, что наличие какой-никакой иерархии, это нифига не государство.
Потому что, например, у этих у бабуинов у них тоже есть определенная иерархия. Но это не значит, что у бабуинов есть государство. Вот, у бабуинов государства нет. То есть, а вот если у вас есть публичная власть, то да, это уже государство. Даже если у вас нет границ четких, у вас нет четкой системы законов, которая появится позднее и так далее. Ну а некоторые свойства, которые здесь написаны, функции государства, они в целом достаточно... политики, признаки функции государства, формы, политический режим, правовое государство, ну, в общем, ладно. Мы с тобой разобрались в этом смысле. Каким образом государство Шан функционировало? Еще имей в виду, что помимо полюдия, такого очень архаичного способа сбора дани, как ты, наверное, помнишь, на Руси от него отказались достаточно быстро, в Китае существовали, в Шанском Китае, можешь себе это пометить, существовали те самые жертвоприношения человеческие. А шанцы довольно часто любили приносить людей в жертву, и это неплохо фиксируется в вот этих вот дзягувэнь. Там написано, что столько-то народу мы там наловили пленных, и столько-то по случаю такому-то принесли в жертву. Вот. Произошло то-то, или там не произошло ничего. Вот. Это как раз китайцы достаточно скрупулезно фиксировали с тем, чтобы это отметить. И имея в виду, что там довольно интересная структура вот этих вот надписей на гадательных костях. Там определенная формула была. Там есть вопрос... Но если сильно ее упростить, то там вопрос, потом то, что потом трактование гадания, а потом то, что в реальности случилось. А иногда еще там занятнее, иногда там еще более сложная формула. Вот. Поэтому мы можем реконструировать не только то, что спрашивали у высших сил китайцев того времени, мы можем еще и восстановить то, что случалось в таких случаях. Поэтому дзягувэнь — это очень классный и такой вот полезный источник, потому что он дает хорошее представление о жизни придворной части китайского общества того времени. Вот. Ну вот шанцы в более поздний период. У них есть, можешь себе это пометить, у них в полный рост присутствует социальная стратификация, ну то бишь разделение на различные группы. Там есть элита явно, там есть явно более низкого положения люди, а есть и вовсе рабы. Но элита, соответственно, погребена в достаточно больших погребениях. Во вторую половину правления Шанской династии уже с колесницами боевыми, а в, соответственно, более, так сказать, население рядовое, оно находится в погребениях куда более скромных, а рабы зачастую вообще, так сказать, свалены практически в кучу. Вот, то есть, как и любое государство, шанское государство имеет довольно развитую систему разделения на сословия. Мы, может быть, не можем там полностью до 100% это реконструировать, но там явно были рабы, явно была элита и явно была, соответственно, прослойка, основная масса населения, которая работала на полях и там делала ремесленные изделия. Понятно, что рабы, имея в виду, что в шанском государстве, этим оно отчасти похоже на каких-нибудь ацтеков, оно своими рабами пользовалось довольно специфически. То есть их не столько припахивали к работе, как где-нибудь в Греции или в Риме, сколько именно приносили в жертву. Вот. Но, очевидно, не было каких-то предпосылок больших для использования массового рабского труда. Хватало труда свободных общинников. Имея в виду, что для того, чтобы сложилось нормальное рабовладение, там тоже нужны некоторые предпосылки. Ну вот, примерно так мы с тобой прошлись по первым таким... В общем, мы с тобой прошли довольно лихо. С одной стороны, современное состояние КНР, ну, чтобы было понятно, про что разговариваем.
и прошлись по наиболее древней части китайской истории, чтобы ты о них имела о ней некоторое представление, а потом уже мы с тобой будем идти, может быть, по временным промежуткам несколько более короткими шагами, потому что здесь мы с тобой отмахали, там, ну, если от Синантра посчитать, то больше около полумиллиона лет. Но это просто период, который, во-первых, ну, он не столь актуален, а во-вторых, он не столь наполнен источниками. Вот первые источники письменные, вот они перед тобой. А потом уже, соответственно, поскольку инфы больше, мы будем идти более плотненько. Вот такие дела. Вопросы? Вопросы. Значит, давай. Если, допустим,